молодых и талантливых вышли на сцену ДК «Юность». Эти дети стали участниками особенной смены в лагере «Астероид», смены актеров и танцоров, где смогли повысить свое мастерство. В течение года они участвовали, принимали участие в различных театральных постановках, конкурсах, занимали первые, вторые, третьи места, также и хореографических конкурсах. А их за это отправили в лагерь «Астероид». Ни минуты без творчества. Неделю счастливчики провели в лагере, где просыпались с новыми идеями и ложились в кровать с глобальными планами на следующий день. Яркие эмоции от совместной работы останутся на фотографиях и, конечно, в памяти. Эта смена хоть была и 8 дней, но из-за таких творческих детей, вожатых, из-за мастер-классов, но эта смена показалась очень особенно интересной. Недели хватило, чтобы создать две совершенно новые постановки. Под руководством действующих актеров участники театрального направления подготовили номера, объединила которые одна идея. Юные артисты постарались показать столкновение творческих личностей с непониманием и даже осуждением других людей. Идея наша, но они ее поддержали, потому что у них это тоже какие-то наболевших. Они есть у всех у нас, кто этим занимается. У всех. Всегда найдутся люди, которые будут вас поправлять и говорить, что это неправильно. Ну, потому что они так считают. Участники смены, их руководители и зрители в зале солидарны. Неделя занятий не прошла зря. Теперь задача молодых дарований – применить новые знания на практике в своих будущих шедеврах. Анна Клыга, Никита Файзулин, Телемикс.